Добрый день. Я хотел снять небольшое видео для тех, кто занимается коллекционированием. Ну, кое-что показать из своей коллекции, что я хочу обменять. Я, в частности, собираю, хочу собрать коллекцию советских рублей юбилейных. Ну, и погодовку тоже, некоторые монеты. И собираю старые фотографии, довоенные, там, ну и так дальше. Если у кого-то что есть, такие, ну, можем поменяться или там купить, ну и так дальше. А сейчас, ну, не знаю, конечно, это будет плохо видно здесь, ну, как есть, так и есть. Я хотел бы кое-что показать, вот, нет, не получается, наверное. У меня объявления выставлены на куфоре, я попробую потом скинуть, ну, каким-то образом ссылку выставить там, что-то, чтобы можно было зайти посмотреть. Да, что тут ничего особо так не будет видно, наверное, так. Ну, это монеты, которые, ну, дешевые, там, полдоллара, они больше не стоят, или, там, но на белорусский это один рубль, о, что-то так вроде бы лучше. Ну, вот такого типа, вот. Ну, конечно, если так, вот так просто насыпал в баночку, думал, получится. Ну, пока так, это берем. Так. Это у нас альбомчики. Ну, вот здесь попробую показать. Если кого-то будет интересовать, я ставлю телефоны. Ну, созвониться каким-то образом. Или с фотографии скинуть. Я не знаю, насколько это будет видно. Ну, конечно, видно, но не очень-то все, но вот. Вот такие, допустим, есть, да, есть. Значит, так, следующий. Добро, да, обратная сторона. Пока для начала покажу с одной, там будет уже видно. Вот. Такие есть. Ну, эти, правда, подороже. Типа по 4 рубля белорусских. Вот. Что еще? Ну, конечно, навряд ли там быстро кто-то запомнит, что, ну, общее представление, по крайней мере, будет. Какие монеты. Так, то, ну, такого типа могут быть. Вот, допустим. Ну вот. Такие. Вот. Есть еще, можно посмотреть. Из тех, что я показывал, выставлены на куфоре некоторые. А эти не выставлял, здесь экзотика. Разные страны. Или, допустим, вот, если что-то кого будет интересовать, можно будет списаться, переговорить, ну, отдельно могу выставить фотографии каких-то, если что-то заинтересует, каких-то монет. Вот. Ну, страны всякие, и Европа, и Африка, и, ну, практически со всех стран. Ну, и не со всех, конечно, но со многих. Вот. Ну, еще раз повторяю, меня интересуют юбилей на советские рубли, если на обмен, или старые фотографии. Темы могут быть разные, какие-то больше интересуют, какие-то меньше. Ну, фотографии где-то, ну, до 50-го года. Вот так. Лучше довоенные. Ну, могут быть и во время войны, которые были, после войны. Ну, не все темы, конечно, интересуют меня. Вот предложение какое-то будем обсуждать и так дальше. Поэтому можете что-то в комментариях написать, посмотреть. Вот. Угу. Ну, еще такого типа. Вот. Ну, вот такое, все.
Ну, дальше не буду там доставать, все показывать, потому что есть банкноты, марки, конверты, ну, разный коллекционный материал. Вот я в конце сейчас попробую описание написать, где это можно найти. Ну, посмотрите, там дальше, кого заинтересует, будем каким-то образом общаться, ну и так дальше. Может, поменяемся, может, что вы меня купите, может, я вас. Ну, так посмотрим. Ну, все, всем спасибо, всего хорошего, до свидания.